Компания «Механизмы». Надежный производитель и поставщик оборудования с 1995 года. Этикетировщик полуавтоматического типа МТ-50 предназначен для нанесения самоклеящейся этикетки на тару круглой и цилиндрической формы, банки, бутылки и другие аналогичные емкости. Тара подается в аппарат вручную. Нанесение на поверхность емкости самоклеящейся этикетки выполняется путем опускания рычага, расположенного вверху корпуса. Этикетировщик МТ-50 используется преимущественно для наклейки непрозрачных или полупрозрачных этикеток. В любом случае между этикетками должна быть четкая, хорошо различимая граница. Это необходимо для точного и стабильного срабатывания оптического датчика. Он отлично срабатывает при наклейке цветных этикеток на прозрачной или полупрозрачной основе. Если же этикетка и основа будут прозрачными, датчик не сможет определить конец одной этикетки и начало новой. Для плотного прилегания к прижимным роликам поверхность тары должна быть ровной и гладкой, без ребер жесткости, насечек и тому подобное. Технические характеристики этикетировщика МТ-50. Производительность до 40 штук в минуту. Погрешность нанесения этикетки плюс-минус 1 мм. Ширина этикетки от 10 до 130 мм. Длина этикетки от 10 до 200 мм. Диаметр тары от 10 до 150 мм. Компания «Механизмы». Машиностроительный завод «ЛАК». Обеспечиваем производство оборудованием с 1995 года.